Всем привет! В сегодняшнем обзоре новенькая эконометрическая игра, которая называется Монета Кар. Работает она еще около недели, и зарабатывать здесь можно как с вложениями, так и без вложений. Так, ребят, всем привет! Сегодня хочу показать вам, как сделать тест спидометра на ровере 75. Что нужно на бортовике включить, какую цифру и как проверить датчики, какие там рабочие, нерабочие, сделать тест. Сейчас я вам, ребят, все покажу, смотрите. Так, ребят, вот у нас, сейчас включим подсветочку, чтобы лучше видно было. Также у нас получается, жмем вот эту кнопочку, нажимаем на нее и поворачиваем ключ. Выставляем 2 и 0. Нажимаем на эту же кнопку, и у нас пошел тест спидометра. Если, ребят, что-то там непонятно вам и так далее, то можно нажать еще раз на эту же кнопку, и у вас пойдет повторный тест спидометра. Даже, как называется он, панель приборов. Но чтобы выйти из этого меню, нужно просто как бы выключить зажигание. Когда включаешь, уже показывает километраж, общий километраж, который проезжаешь, ну и градусы на улице. Вот, ребят, ну такое короткое видео вам. Кому интересно, смотрите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Хочешь раскрутить свои соцсети или же канал? Рекомендую вам данный сервис. Раскрутка Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, Твиттер, Фейсбук. С помощью данного сервиса вы можете набрать себе подписчиков на канал или же зрителей на свой стрим. Также просмотры, лайки, дизлайки, комментарии и многое другое. Любые способы раскрутки на любые соцсети вы также можете заказать трафик на свой сайт. Все это вы найдете на этом сервисе. Ссылка на него будет в описании.